Рекомендую подписаться на канал моего хорошего друга и коллеги Михакера. На канале Михакера ты найдешь кучу классных роликов, а также ролики по GTA 5 вместе с Квантумом. Ссылка на канал Михакера в описании. Ёб твою, тут тачка в два раза больше меня. Ты че, ракурс такой подобрал? Только Сандкинг розовый. Пламенный привет всем из Пятигорска Солнечного. С вами Квантум, Михакер и Димонструс. Сегодня у нас гонка. Йоу-йоу-йоу, всем привет. Миха, а что с тобой? Ты впереди появился. О, шлюки в кузове! Какого хрена? Димон, ты с нами едешь? Димон, поехали! Ты видел? Ты видел, у него чисто бабы в кузове? Тут опять эта шняга. О, началось! Чисто вообще Димон король, Димон сегодня король. Димон, выйди нафиг, нафиг ты нам читай. Нафиг нам читай. Пацаны, толкайте. Тихо, не разговаривать тут. Майк Шмидт опять этот стал. Давай, давай, сейчас давай, мы давай, его столкнем. Давай, давай. Не, здесь хоть легче ехать. Да ну желтый. Господи, стали и. Что там происходит? Да нет, смотри назад. Че там? Нет, не туда. Ёб твою. Смотри, как я стою! Смотри, левитация! Левитация уровень бог! Это называется левитация уровень бог. Вот что это так. Охренеть! Чё тут происходит, твою мать? Я тебя взял. Это тоже запись. Так, мне же гарнитура. Я даже остался тут. Ой, тихо! Слишком долго. Ты взял чекпоинт? Да. Зачем собак задавили? И Майк Шмидт. Тут собаки? Ребята, сегодня у нас такая вот зоосерия. Тут собаки. Охренеть, нет, здесь не проехать, по-моему, да? Вам кажется, нет? Да в смысле, это тебя что-то скинуло, я ехал, никого не трогал. Ты заспаунился и меня скинуло. Давай, Блэкхарт, блядь, нет. Она тоже на. Серьезно, давай, поехали! Геморрой Петрович тут желтый. Геморрой встал. Петрович, это у него не. Да. Тихо! Миха, зацени это! Толкай, толкай, толкай меня! Толкай, толкай! Сука, типа, брат! Давай, толкай, толкай! Толкай! Брат! Брат, толкай меня! Так, аккуратно. Давай, ща... давай, 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 драк, давай, ой, драк, тут давай, вообще жестоко. Чекпоинт, чекпоинт. О, да, 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 еще один чекпоинт. Господи, кто это ставил ебать, здесь? Тут дрова какие-то нахер. Тут везде дрова о, какие-то. Тихо, тихо. Теперь по машинам надо ехать. Там еще и по машинам. Нет, я опять застрял. Так, так, чекпоинт, есть. А отлично. Ты какой едешь, Миха? Я первый. О! Вы че, охренели, что ли, что за лаги? Вот попутали, просто охренели. О, пока о, никого все, нет. О, я на землю спустился, наконец-то. А, отлично. Что вообще так, происходит? Меня подкидывает. Почему они лагают? Они то пропадают, то появляются. Ты только не наказывай больше никого, хорошо? Сейчас. Хорошо. А да, то это, а то мы все в зоне поражения. Так, да, аккуратно. Пока не уехали отсюда, ничего нельзя это делать. Дин, охренеть, тут вообще опасно, жестко, просто. Тут будет жестко, пацаны. Ну не так жестко, как там, но жестко. Тут реально триал, у меня просто моя подвеска, которая 4 на 4, типа, вообще не справляется. Охренеть. Аккуратно. Поехали. Так. Поехали наверх. Я а штуку задавил. Не было вариантов. Ну, я не удивлен, Димон, ты красавчик. Вот так же сделаешь... с одной девочкой. Иди и нет, не надо. Тихо, тихо. Тут я по колесам приехал, у них тут чекпоинт. У кого? Дави шлюх. Нет, я ни одну не задавил. Вот одна. А тут же два круга еще. Ты в курсе? Получила пизды. Нихера, мне опять на эту шнягу заезжать. Да, тут два круга. Есть, я справился с этой фигней. Я еще и третий еду. Ребята, я третий. А дальше куда? Ага, наверх. Уйди ты, падла, ну не возьмешь ты чекпоинт. Ну сука, ну че ты тут стал? Ты какой вообще демонстр съедешь? А? Нихера тут шлюх. А сейчас я посмотрю. Да с чего взяли, что они шлюхи? Может, они просто стриптизерши. Еще кто-то шлюх спавнит, что ли? Не знаю. Ребята, толкайте меня, я буду первым. Димон, сейчас вы доспавнитесь. Что? О, отлично, отлично! Супер! Красавчик, кто это сделал? А что случилось? Охереть, он просто пронесся как молния. О, аккуратно! О, я просто справился с этим препятствием, да, блядь, преградой. Кто меня толкнул? Димон! Это не я. Это я... не я. Ты розовый. Ты же розовый. Я раньше. Вот там. Это Макс Шмидт, понятно все. Макс Шмидт, все, удаляй Макса. Охренеть, здесь стриптизерш сколько. Вот я же говорил, ой. Макс Шмидт розовый все время, он мешает. Простите, девочки. Спавнить. Твою мать, сколько их здесь? Записать даже надо. Я сейчас китов буду спавнить. Если давай, 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 китов. Я думал, тут побольше площадочка.
У вас зато тут с первого раза уже проехал. Я уже не первый, я уже второй. Димон, не ты случайно уехал вперед? Я уже приехал назад. Ты в одиночестве? Ну давай, короче, в одиночестве тоже норм. Смотрите, что в чат пишет. Читак ты заебал, кто читак, пидор. Вот, плюс, ну ладно, нет, ну в этом случае не плюс один, но все равно, давай китов нам читак. Да вылетел Димон это. Да не знаю, тут какие-то бомжи встали, Даня, ты это видишь? Блин, ну... Вот смотри, бомжи желтые, вон желтые с зеленым, они не дают проехать. Это тупые бомбы. О боже, ладно, понятно. Вон они посваливали все. Красавеллы, пацаны. Я еду, ну давай, Мигару. Это неприкольно. Я бы всех сделал, блядь! Сейчас я... О, Миха, ты знаешь... Миха, знаешь, кто первый едет? Кто? Угадай. Ты? Да, ты красавчик, что ты вышел. Тебе большое признание от Квантума. О, я первый, зачетно, зачетно. Блядь, если Михакер не едет первым, то есть то игра сама ему помешает, блядь. Сука, едь в гору, говно! Пиздец не едет, не хватает мощи. И вот... О, там меня кто обгоняет, блин, надо быстрее. Не с горы нахер. Да чё паскуда там? Этот Шмидт, он меня раздражает уже. Он что там стал, что ли? Это который Макс? Да, вот я тебе говорил, кикать. Надо его, было кикать его, да, я согласен с тобой. Блин, я Блин, я настолько разволновался, что меня сейчас обгонит кто-то, что я что просто... забыл зачитать репчик. Нет, я не. Да. Эх, ладно, я в гордом одиночестве финиширую, блядь, первым. Ребята, кстати, вам репчик от Квантума. А йоу, ака, у Квантума скоро 600к. Вот, вы заценили, да, там? Это видео Михакер финишировал первым. Ну, сука, так и назови. Величайший фейл от Михакера, от игры, вернее, игра подсудила Квантуму или еще что-то в этом духе. Так, аккуратненько. А вообще веселая гонка. Это ты проехал один. Демонструс, ты какой едешь? Я пятый. Там уже у кого-то вот пуканчик не выдержит, уже игроки выходят. Я вижу. Да ты потому что креатор гонок, ты всегда так делаешь. Да что ты на меня гонишь тут, нормально все. Нормально, рельсы какие-то под водой сделал бы еще. Это инженерные сооружения, не рельсы, ясно? Нечего тут гнать на них. У тебя было 5 по инженерии, да, в школе? Да. Все, я финишировал первый. Вот так вот, ребята, первый, я первый. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю вашему вниманию топ-10 адовых глюков часть 4 и часть 3. Кликайте на аннотацию и наслаждайтесь.